Я уснул в одном мире, а проснулся в другом. Дисней вдруг перестал быть волшебным. Париж уже не романтичен. Нью-Йорк уже не главный город. Китайская стена уже не крепость. Объятия и поцелуи стали оружием. И не навещать родителей и друзей превратилось в акт любви. Ты вдруг понял, что власть, красота и деньги ничего не стоят. И не смогут достать кислород, который тебе так необходим. А мир продолжает жить. И он красив. Он запер только людей в клетках. Мне кажется, что он говорит нам: у вас нет необходимости. Воздух, земля, вода и небо прекрасно обходятся без вас. Когда вы вернетесь, помните, что это вы мои гости, но не мои хозяева.